Слово предоставляется нашему главному председателю Горбенко Анатолию Александровичу. Шановні друзі, любі друзі, нас мало, але ми зробили таку справу, чомусь я не знаю, що прийняло мало бажаючих на цю виставку. А виставка – це, да, дійсно, коли Анатолій Глущак, наш почесний член спілки художників, узнав за таку виставку, ну, людина похилого віку, він не зміг прийти на цю виставку. От, ну, я хочу сказати, він буде приємно, дуже приємно був вражений такою подією, що проводить виставку «Одеса». Нема ні в кого, по-моєму, таких виставок на Україні, як у нас. Це нас є хороші художники, які пишуть, і пишуть на високому професійному рівні. Це і Ігор Башко. От ви бачите його твори, які він публікує. О, це дуже приємно. Ну і сьогодні ми почуємо вірші, хто на що, як кажуть, вчився. От, ну, ми не професіонали, ми просто робимо свято самі для себе. О, і будемо аплодувати кожному. От, мені приємно вас всіх бачити на такій виставці. От, і я хочу, щоб вона продовжувалася. Вам успіхів, здоров'я, наснаги. І хто відмічає, а хто не відмічає, тут дилема. Ну, не треба забувати історію ту, що сьогодні день ну, радянської армії. Хто служив, той розуміє, що таке. Ми служили по 3 роки. От, віддавали так же, як і зараз віддають. Зараз тяжкі часи, от, ну, кожен віддав. І я хочу сказати, що я писав на Фейсбуці, там відповідь давав, спорт пішов там. Історія нікому нічого не простить, і ми не повинні забувати ту історію, яка була у нас. Ну, це не касається цієї теми на відкритті. Ну, я хочу сказати, що люди, які теж давали присягу, які шанувати, цінувати, берегти кордони радянського, ну, ми України, ми хто служив в різних куточках радянського часу, ну, ми це не забудемо. Я хочу привітати, хто його приймає, то. Ну, головне, щоб ніхто не ображався, не треба ображатися, тому що батьківщину, як говорять, і маму ніхто не вибирає. Така нам випала доля, такий прийшов на наш, для нас час, от, і ми повинні це цінувати, шанувати, берегти один одного, берегти історію, берегти культуру, берегти наше мистецтво. Ну, за що ми і для кого це ми все робимо? Ми робимо для того, щоб успокоїти. Теж дуже приємно, коли ми дарували твори і військовим частинам, і у нас є і грамоти, і прикордонники, він проходить, Пархоменко проводить по всій Україні, пленери виставляються, пишуть портрети. Наші художники воюють зараз, і Марина Чепульська, наша викладачка академії, вона служить зараз теж в армії, віддає свій долг. Тому ми підтримуємо армію, як можемо. А коли подарували твори, робіт 15 в військовій частині, було дуже приємно, коли вони нам благодарні були за портрети, за пейзажі, за натюрморти, а проводяться пленери у їх частині, де працюють художники. От. Так що художники теж, як кажуть, лікують своїми творами душі і серця людей, які успокаюють свою такий тяжкий час нервову систему. Я вам хочу побажати спокою, от, удачі, настрою хорошого, ну і щоб ми були єдині
і в Україні, і в спільці. Дякую вам. Дорогі друзі, ми сьогодні відкриваємо ретроспективну і, мабуть, ретроспективну виставку, тому що кожне произведение, которое здесь представлено, оно не только выполнено на высоком творческом и профессиональном уровне, но это также работа содержит как бы временные рамки, в которых, наверное, заключены ваши эмоции, впечатления и время. Время – это самое ценное, что у нас есть, потому что время неотделимо идет с нашей жизнью, оно и есть наша жизнь. Вот. Время нам дает и забирают. К сожалению, сегодня такой праздник, и, наверное, где-то день памяти. Вот. Я хочу немножко добавить пару таких стихотворных строк по этому поводу, такого сегодня вечер поэтический. Мы о друзьях своих любимых, вихри кутельмы не вспомним днем, напоминает праздный ум о них. Лишь сумерки ночном, и эхо жизни их метажитой тревожит и волнует грудь, и в промежутке меж волнением и тоской без них так одинок наш путь. Время забирает и дает, злоба не тая, отбирает и дает радость бытия. Дорогие друзья, я хочу пожелать время счастья, хотя мы еще живем не в сложное достаточно время. Время счастья, любви, радости, творчества и вдохновения. Спасибо. Наталья, как всегда, очень волнуется. Действительно, человек по натуре. Я тоже рада видеть всех гостей, коллег в нашем любимом зале, в нашей галерее, которая называется «На греческой». И в очередной раз. С 2015 года у нас ежегодно открывается вот такая выставка, посвященная дополнительному дару художника, потому что оказалось, что художники умеют не только писать, рисовать, лепить и еще многое создавать красивое и нужное, но также человеку требуется еще раскрыть свою душу словами. То есть это та грань, которую мы с Наташей вот решили найти, обнаружить у художников. И вы знаете, по-моему, нам удалось, потому что то, что мы потом слушали и читали вот в напечатанных текстах, это настолько было поразительно, мы просто не ожидали от наших коллег, что они на такое способны. И даже хочу сказать, что те, кто никогда не пробовал себя в поэзии, решили попробовать, чтобы не отставать от нашего могучего поезда. Вот. И они тоже решили проявить свой, ну, постараться, попробовать. И знаете, очень даже получилось. Мы не относимся очень строго, потому что мы уже заведомо знали, что мы не профессионалы, где-то допускаются там сбои в ритме, там где-то чуть-чуть рифма немножечко где-то рядом, но мы это все прощаем, мы только поощряем, чтобы человек раскрывал свой талант. И самое главное, чтобы он не стеснялся это сделать. Вот, поэтому у нас всегда здесь, вот на каждом открытии выставки, очень домашняя атмосфера, комфортная, тихая, уютная, с чайком, со сладкими тортиками, конфетками. И мы настолько здесь открываемся, мы настолько здесь душевно общаемся, что наша идея считается вечерком за чайком, да, очень удачной. И мы гордимся, что да, это, да, эти выставки у нас проходят. Да. Так что всех вас поздравляю. Да, Борис Геннадьевич. Шановные товарищи, дякуємо. Я, може, будеш поможемо. Українською. Шановні товариші, колись в 1965 році був на старійчій виставці великий мистецтвознавець Петро Вовдя. Його дочка
подарувала мені книжку Шевченко. Художник. А тепер далі російською. Отак, зручніше. Это ж какой знак. А мы как раз художники. Это же великий пример великого человека, который и как поэт, и как знамя Украины. Это одно. Но то, что он великолепный художник, я наблюдал в частности в Харьковской картинной галерее, не хуже, чем Карл Брюллов, Гау и Тарас Григорьевич. И вот под этим знаменем... Был профессором нескольких академий художеств. Европы, так, то можно там... Так, это больше. Ну, а потом еще надо сказать, что берегите этого ребенка, который вы сами художественно создали. Потому что в вашем худсовете, в таком демократическом, есть же тонкость одна. Ну, вот как когда-то в другом месте, в другом государстве, вот эти, знаете, вечерние рождественские встречи. У нас это на Украине по-другому. Все равно это ценнейшее достижение. Я когда-то был... в Сигулде, в Латвии, там Певческое поле, это местечко под Ригой, и там люди, которые мало знают друг друга, поют на своем латышском языке замечательные песни, чего нам не хватает. И опять я воскликну, может быть, когда-то это получится. Любое дело требует завершения. И почему бы в декабре не собраться бы в каком-то театре, предлагаю театр музыкальной комедии, когда бы культурная общественность города Одесса собралась бы и подвела бы итоги города, года, любого календаря. Ну, как Оскар, значит, кто лучший скульптор, какой спектакль еще интереснее, и так далее, и так далее. И такое подведение имело бы большое состояние прекрасное от юных дарований до самого замечательного. Потому что, когда две картины висят, Елена, так это же соревнование. Когда две футбольные команды «Динамо» и «Киев», ну, скажем, «Черноморец», не играет ценный сигнал, чему-то не сдается, да здравствует наше сегодня художественное стояние. Спасибо. Кто хочет еще выступить, пожалуйста? Светлана Крыжевская. Хочет. Хочет сказать. Да. Вы можете с места, да. Мы к вам обратим взоры. Ну, власне, все, що можна було сказати про особливість цієї виставки, сказали, ну, чим вона відрізняється від інших виставок. На інші виставки люди приходять і бачать на стінах картини. А тут ми чуємо голоси. Причому голоси художників, які в такій, ну, майже сімейній обстановці висловлюють те, що у них найсакровенніше на душі. І от в цих віршах люди розкриваються так, ми десятиріччя ми знаємо одне одного. А тут повністю розкрилося те, що людина була всередині, щоб назовні не проявлялася. Ну і таке маленьке есе, якщо дозволити. Була в мене виставка, яка називалась «Світ за вікном і на вікні». За вікном була то осінь залатала, то ніжно-зелена рожева весна. На підвіконні стояли вазочки то пишні осінні квіти, то ніжні весняні квіти. І лежали яблука, які так дуже люблять полюбляють художники малювати, і пензлі, бо це було вікно майстерні. А зараз у мене за вікном стояли темні смереки. На них тихо падав сніг. Я гортав їх пухнастими білими шаликами. Біля смереки росла тоненька берізка. І під вагою сніга її біти опускалися, опускалися. І вона вся похилилася, і наче шукала прихистку у цієї смереки. І та її прикривала. А на підвіконні стояв скляний кувшин з водою. І в його сферичній скляній поверхні світ відбувався до гори ногам. І було так дивно бачити, що небо знизу, а в ці темні смереки зверху. А біля нього на підвіконні стояли якісь
шпаночки і лежав в собою бінта. Сутеніло. І раптом світ за вікном став густо синім. А віконна рама, підвіконня і все, що на ньому стояло, стало яскраво рожевим. Це в палаті блимнуло світло. Так, есть еще желающие? Что? Может быть, Вероника Анатольевна? Дополнить к нашей... Вероника Анатольевна. Вероника Анатольевна. Вероника Анатольевна, пожалуйста. Писательница и прочее. То есть писатель, да. Даже уже я уже не знаю, какой год сюда прихожу в этот день. Потому что меня очень интересует природа таланта. Откуда в человеке берется талант? То ли это несколько поколений работали и передавали свои гены, чтобы в конце концов у кого-то они воплотились в нечто материальное или духовное. Может, это космические энергии какие-то работают. Я не знаю. Но мне очень нравится такая легенда. У подножия горы Олимп был ключ, он назывался Кастальский ключ. Может быть, вы слышали это выражение. И в этом ключе, очень с холодной, свежей водой, возле него всегда собирались люди. И тот, кто омывал свое тело в Кастальском ключе, тот становился творцом. Или художником, или поэтом, или играл на арфе, или дудочке. То есть Кастальский ключ – это источник вдохновения. И вот я думаю, что этот Кастальский ключ, он внутри, наверное, каждого человека, который творит. И очень приятно, что и художник, и художник может мыслить образами, не только визуальными, но и чисто духовными. Это расширяет, по-моему, вообще диапазон его творчества. Это переливается одно в другое, это помогает, мне так кажется, хотя я не рисую и не пишу картины. Поэтому я просто искренне завидую вот тем людям, которые обладают вот этим таким двойственным или тройственным даже талантом. Я их очень уважаю. Вы знаете, что я очень люблю художников, да? И пишу о них очень много. Но на этой выставке я скажу, что меня, конечно, поразил Анатолий Александрович. Я еще такого ему не видела. Я даже сначала не поверила, честное слово, Анатолий Александрович. Это просто совершенно новый какой-то творец. И вот спасибо вам за это. И спасибо за то поздравление, которое вы мне прислали ко дню рождения. Я была просто глубоко тронута этим. Большое спасибо. Ну а сейчас тоже, я вообще пишу прозу, но иногда пишу стихи. Можно я тоже прочту? Хоть я не художник. Сосновый дух искуснее врачей. Я сюда приехала лечиться от тяжких снов, которых явь боится, от злых бессонниц над пустой страницей и от ненужной памяти своей. Здесь полыхает запредельный зной, а сосны кронами пронзают тучи, и оттого вода, репей колючий, и дом, и сад, и мошек рой летучий, все полыхает близкою грозой. В такой сосняк надолго не войдешь, но выйти тоже не хватает силы. Обнимешь ствол и словно подкосило, в то время как душа куда-то взмыла, насквозь пронзит тебя озона дождь. Ослепнув, сядешь на узлы корней, которые твое забрали лихо, и чувствуешь, в душе тепло и тихо, восходит солнце, речка в сонме бликов и мамин смех у розовых камней. Да. Я думаю, мы продолжим за чайком. За традиционно мы все присаживаемся. Никто не расходится. Приближаемся к столу. Да. Да.